находимся во дворце детского и юношеского творчества. И через несколько минут мы узнаем, кто является обладателем премии «Оскар» по мнению детского жюри. Вот поднимается ребенок, и мы сейчас узнаем, каким же должен быть лучший учитель. Какой для тебя лучший учитель? Добрый, хороший. Добрый, хороший. Какой еще? Должен быть смешным. Не должен быть смешным. Серьезным, да? Ну все, молодец. Спасибо тебе большое. А для тебя какой должен быть самый лучший учитель? Добродушный, самый добрый, веселый, чтобы за каждый хороший ответ говорил молодец, там всякое такое. Спасибо тебе большое. Какой для тебя самый лучший учитель? Чтобы был хороший. Что-нибудь такое, хорошее дело. А строгий должен быть? Не очень. Строгий. Не очень. Чтобы был неравнодушен к другим ученикам. А сейчас нам пора возвращаться в зал и объявить победителя.